Добрый вечер, зрители! Сегодня хочу поделиться своей радостью. Я получила силиконовые формочки. Вот такие. Для тортика. Очень давно хотела, очень мечтала. Вот хочу вам показать. Выписала 3 штучки. Смотрите. Вот такая большая форма. Кто у нас здесь? А у нас здесь олененок. Такая мордашечка. Рожки. Глазки, ушки, все на месте. Будем заливать шоколад. Я вам покажу, как это все будет выглядеть. Это резиночки для того, чтобы зафиксировать, здесь ничего не разваливалось. Вот такая формочка. Вторая. Здесь у нас девочка-ангелочек. Маленькая девочка-ангелочек. И третья формочка. Здесь у нас всевозможные ягодки. Малинка. Ежевика и голубика. Будет довольно интересно на тортике смотреться. Обязательно покажу, как это будет выглядеть. Взяла вот такую насадочку, смотрите. Очень удобная. Номер 806. Очень удобно прослаивать кремом. Коржи такой насадкой, получается одинаковый слой, тоже замечательная штучка. Еще такая насадка, 333, завитушечки, розочки, кому как больше нравится. Когда будем делать, посмотрите. И еще вот такие вот выемочки, это для маффинов. Когда маффины из начинкой, больше и меньше, тоже очень интересно. Очень довольна я этими формочками, мечтала, так хотела такие формы. Ну, также даже для мыла используют, когда делают мыло ручной работы, тоже тоже заливают такие формы, универсальные, для шоколада, для мыла, мастику также можно, замечательные, классные. Ну, пожалуй, все, что я вам сегодня хотела рассказать. Спасибо большое, что разделили со мной мою радость. Всего доброго, до свидания.